Пока сидящие в аудитории ученики российских школ, но совсем скоро они станут официальными представителями стран-членов Организации Объединенных Наций. Летний языковой лагерь – это уникальная возможность не только подтянуть свой английский, но и познакомиться с особенностями международных отношений. Помогать и в первом, и во втором школьникам будут преподаватели МГИМО. Языковой лагерь ООН – это уникальное событие для нашей страны. А на Западе, наверное, в каждой школе есть лагерь ООН. Для нас это шанс приблизиться к международной политике, к тем процессам, которые происходят в самой организации мира, понять, как она работает. Это языковой лагерь, не просто с изучением языка, это профориентационный лагерь. Ребята приезжают сюда, ориентированные на поступление в вузы, где изучаются международные отношения, политология, история. Летний лагерь, модель ООН, работает в МГИМО уже третий год. Некоторые школьники, побывав в нем однажды, возвращаются вновь. Говорят, поступить несложно, достаточно пройти тестирование по английскому языку. Мне очень понравилось, там прекрасно преподают английский, здесь очень интересные развлекательные программы по вечерам, прекрасные ребята, которые, ну вот, например, с некоторыми мы до сих пор дружим, все вместе встречаемся, гуляем, вожатый, отличный преподаватель и директор. Роман Крохин приехал в Одинцово из Владимира. Путевку в лагерь ему подарила мама на день рождения. И хотя становиться дипломатом молодой человек не собирается, подарком остался доволен. Действительно, лагерь очень необычный, очень интересные люди. Интересно с ними общаться, интересно узнавать что-то новое. И сам формат лагеря тоже очень необычный. Организация, модель ООН. Общение в лагере модель ООН пока будет проходить только на английском языке. В планах организаторов добавить немецкий, французский, испанский и более редкие языки. Правда, если на них будет спрос. Мы уже третий год проводим в кампусе в Одинцово этот лагерь. И каждый год нам кто-то приезжает из разных стран в том числе. Ну и надо сказать, то, что наша основная цель, то, чтобы ребята почувствовали, прочувствовали дух МГИМО и потом поступали к нам. Так и происходит. Ребята, закончившие наш лагерь, мы уже их видим нашими студентами. В летнем лагере МГИМО школьники будут не только слушать лекции, но и ездить на экскурсии, заниматься спортом и участвовать в музыкальных квестах. А организаторы лагеря надеются, что на этом их пути не разойдутся. И спустя какое-то время отдыхающие вернутся к ним уже в качестве студентов МГИМО. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».